Надо как-то подкормить бога реки. Сможешь пойти и повесить его там. Смотри, смотри. Крупняк. Вечерняя поклевка. У Марка наконец клюнул кто-то крупный. Очень, очень крупный. Поднимай подсачек. Он внутри, браво. Что сказать? Настоящий мощный хищник. Я поднял, но думал, это трава, потому что он схватил приманку и не двигался. А выяснилось, что он заглотнул ее с головы. Когда он в форме груши, значит, это самка. У него много пятен. Совсем не похоже на тех, что мы видели раньше. Я вспоминаю маскинонга, которого мы поймали в озере. У него совсем не было пятен, а у этой вон сколько. Много пятнышек появляется у тех, кто долго живет на песчаном дне. Их называют застрявшие. Это рыбы, которые живут среди морской растительности. Вот в чем была проблема. Марк оказал мне честь, позволив представить своего великолепного маскинонга, дальнего родственника щуки. У меня есть еще время. Будем надеяться, мне еще выпадет шанс лично сразиться с этим зверем. Метр десять. Вытянутый немного. И уплыл. Давай, давай. Давай. Давай.